Здравствуйте всем, с вами Тома Кван, и в этом ролике о новой платформе Blockchain Partners Pro. Разберем основные моменты, основные условия и постараюсь ответить также на некоторые вопросы, которые задавали люди, заинтересовавшиеся этим сервисом. Итак, если ваша деятельность так или иначе связана с интернетом, стоит узнать об этой платформе. Если нужен трафик, нужна реклама, нужно продвижение своего бренда, нужна подработка, дополнительные какие-то источники дохода, хотите просто быть инвестором, это все можно реализовать на данной платформе. Поэтому кому может быть полезен этот сервис? Да практически всем. Рекламодателям, агентствам, предпринимателям, бизнесменам, сетевикам, блогерам и писателям, тем, кто хочет развить свой бренд, тем, кому нужен дополнительный доход. Выделим сразу три направления, по которым работает платформа. Это органический трафик и развитие бренда. Второй – заработок даже можно без вложений. И третий – это инвестиции с ежедневным доходом. Все направления дополняют взаимно друг друга, и в целом это работает как единый самодостаточный организм. Покажу это на отдельном слайде чуть позже. Итак, первое направление – это сервис для получения постоянного потока потенциальных клиентов на ваши социальные сети. ВКонтакте, в Инстаграме, Фейсбуке и на YouTube-канале. Мы обеспечим исключительно живую аудиторию, безопасностью ваших аккаунтов от блокировок. И это отличный способ рассказать о себе, продвинуть свой бренд и получить партнеров в свои проекты. Здесь же можно будет разместить рекламу, чтобы сотни тысяч людей могли увидеть то, что будет способствовать узнаваемости и развитию продаж вашего товара. И как короткая справка о рекламной индустрии, объем рынка интернет-рекламы за 2018 год составил более полутриллиона долларов. Итак, сервис предоставляет возможность каждому пользователю повысить эффективность продвижения своего бизнеса в социальных сетях. И за счет чего? За счет развития подписной базы, за счет рекламы вашего бизнеса, и это даст вам постоянный приток клиентов и партнеров. Как это будет реализовано? Что касается увеличения подписной базы в 4 соцсетях, то можно это получать как на платной, так и безоплатной основе. Безоплатно. Увеличение аудитории достигается с помощью двух инструментов. Приглашая людей по партнерской ссылке, да, все приглашенные вами и вашими партнерами вплоть до 10 уровня будут добавлять вас в друзья. Второе – выполнение заданий, то есть добавить предложенные системой контакты в друзья, и взамен вас добавят также такое же количество людей. То есть это прохождение ротации. На платной основе всего за 15 долларов в месяц как минимум, вся работа по привлечению подписчиков будет выполняться уже автоматически. От вас не потребуется никаких действий, а более того, вам будет предложен еще некий функционал сервиса. Попадание в VIP-ленту с возможностью автоподъема, лента роликов с возможностью автоподъема, лента постов с возможностью автоподъема, бесплатный блок продвижения вашего профиля. Вы можете остановить видео и почитать внимательно, что еще входит в автоматическую версию в платном варианте. Предполагается обширный функционал, и прежде всего это просмотр сайта, лайки, комментарии, регистрация или подписку, просмотр видеороликов и многое-многое другое. Второе направление – заработок с вложениями или без. Вас ждут тысячи заданий от рекламодателей. Выполняя их, вы будете зарабатывать. Размер заработка зависит еще от вашего статуса, конечно. Неактивный или активный статус. То есть активный – это когда вы купили пакет. Разницу вы видите на слайде. Рассмотрим пример, чтобы было понятнее. Вы выполнили задание, которое, например, стоит 1000 рублей. Если ваш статус неактивный, то есть на безоплатной основе участвуете в сервисе, то получаете 50% от стоимости заказа в качестве оплаты, то есть 500 рублей. Во втором случае, если вы активный, то есть у вас есть купленный пакет в сервисе, то получаете за выполненное задание 75%, это 750 рублей. Еще получаете 25% за каждое выполненное задание людей, которых вы пригласили в этот сервис, и они зарегистрировались по вашей реферальной ссылке и также зарабатывают на этой бирже заданий. То есть эти люди выполняют задания, зарабатывают, а сервис вас вознаграждает, делится частью прибыли за то, что вы когда-то порекомендовали им этот сервис. А теперь немного подытожим. Вы узнали, что можно получать трафик, продвигать свой бизнес, а также зарабатывать как на безоплатной, так и на платной основе. Поэтому разберем подробнее этот слайд, чтобы понять разницу. В этом сервисе есть понятие пакета, это, так сказать, ежемесячная абонентская оплата. То есть всего 4 пакета вы видите.
Первый пакет за 0 долларов – это ваше бесплатное присутствие, это неактивное состояние. Соответственно, вы для того, чтобы получать трафик, вручную проходите ротации. Дальше, что еще на этом пакете возможно, это 5%. То есть вы получаете 5% от стоимости всех пакетов, выкупленных в вашей первой линии, то есть вашими лично приглашенными. Пакет за 15 долларов позволяет не только автоматически проходить ротации, да, то есть автоматически будут добавляться друзья в 4 соцсетях, но есть еще и присутствует несколько опций: автоподъем в ленте, топ-десятка автодобавлений, топ-предложение ваше будет появляться и, соответственно, еще автоподъем ролика. То есть здесь еще помимо всего этого до пятой линии есть еще вознаграждение по реферальной программе. 30-долларовый пакет, вы уже видите, что многократное поднятие, автоподъем в ленте и так далее, да? Дальше реферальное вознаграждение до 8-й линии. Пакет за 50 долларов позволяет вам практически на дню по 10 раз поднять вас в ленте. 500 раз в месяц – это топ-10 автодобавлений. Рекомендую просто остановить видео и посмотреть подробнее, что тут сюда еще входит. Ну и понятно, что агентское вознаграждение, да, по реферальной вашей ссылке до 10-й линии. На этом слайде наглядно покажу пример, если применить одну из стратегий. То есть ваши возможные вознаграждения, если придерживаться стратегии 5 человек в первой линии у каждого в вашей структуре. Согласитесь, это не так сложно найти 5 человек, которые понимают, что интернет-предпринимательство – это все-таки по-любому необходимые затраты ежемесячные, и которым также нужно развивать свою клиентскую базу. Они, например, уже каким-то даже платным сервисом пользуются, скорее всего. Их даже в этом тогда убеждать не придется, просто дать возможность сравнить затраты, так как все интернет-предприниматели так или иначе платят за трафик, за различные сервисы. Так вот, если каждый из вас, купив пакет за 15 долларов, пригласит всего 5 человек, то есть мы сейчас смотрим колоночку за 15 долларов, да, то таким образом в этот сервис, например, за неделю вы пригласили 5 человек, и каждый последующий сделал то же самое за неделю 5 человек, то ваша структура, в принципе, через месяц, да, это можно смотреть четвертую строчку, да, если с шагом в неделю, то ваш доход за месяц составит, ну, во-первых, структура 625 человек, а заработок составит за месяц более 500 долларов. Более 500 долларов. То есть вот надо сложить просто вот эти 4 цифры. Да, то есть еженедельно у вас будет доход в сумме за месяц, это будет более 500. На пакете за 30 долларов, это вот следующая колоночка, здесь тоже смотрим четвертую строчку, это практически заработок свыше 1000 долларов. За месяц. На пакете за 50 долларов, это крайняя колонка справа, да, более 2000 долларов доход за месяц. Причем не забывайте, что вы все заплатили абонентскую плату, то есть купили пакет услуг и получаете сервис по трафику и другие дополнительные опции, чтобы развивать свой проект, свой бизнес. То есть получается двойная выгода. Вы получаете трафик, вы рекламируете свой бизнес, но при этом еще и, соответственно, зарабатываете за счет реферальной системы. Смотрите, всего за 15 долларов в месяц платформа будет в автоматическом режиме развивать сразу 4 ваши социальные сети: YouTube, Facebook, ВКонтакте и Instagram. Теперь об инвест-направлении на платформе Blockchain Partners. Для развития этого направления компания выпускает свою монету Blockchain Partners Coin, сокращенно BPC. Что такое блокчейн? Это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательность цепочка блоков. Но, наверное, это сложно для понимания. Главное понимать, что это все-таки все автоматизировано и децентрализовано. То есть нет никакого конкретного центрального человека, который может все это разрушить или, скажем так, изменить, да? То есть основные алгоритмы на этой платформе разработаны с использованием смарт-контрактов на технологии криптовалюты Ethereum или еще, как говорят, Ethereum. Всего выпущено будет ограниченное количество токенов 21 миллион.
Ну хорошо, для чего же монета? А купив монету, вы становитесь активным партнером компании. То есть на токен, на каждую монету ежедневно начисляется процент от прибыли всей компании. Пассивный доход до 5% в сутки. А ограничений по времени работы в инвестициях нет. Все владельцы купленных токенов получают ежедневные выплаты, дивиденды, вывод дивидендов моментально, в любое время. Выплаты начисляются только на уже выпущенные в оборот токены. Инвестиционные пакеты – это слайд, из которого видно, по какой цене вы сможете купить монету. То есть всего три диапазона цены – Light, Pro и VIP. Если ваша сумма вклада, ваш размер инвестиции лежит в этом диапазоне, в диапазоне Light от 50 до 1000 долларов, то на каждые 100 долларов вы сможете приобрести 7 монет. Если ваша инвестиция от 1001 доллара до 10 тысяч в этом диапазоне, то на каждые 100 долларов вы сможете приобрести 8 токенов. И если ваш инвестиционный вклад от 10001 доллара до 25 тысяч, то цена будет за каждые 100 долларов, на каждые 100 долларов вы можете приобрести 9 монет. В инвестиционном направлении также существует реферальная программа, то есть вы получаете вознаграждение с каждой покупки токенов в вашей команде. Допустим, вы и каждый из тех, кто заинтересовался благодаря вашей рекомендации инвестиционным направлением на этой платформе, пригласит всего 3 человека и в течение года каждый сделает покупку монет на сумму 5000 долларов, то за год ваш доход составит более 600 тысяч долларов. Также можно рассмотреть на следующем слайде, если вообще никого не приглашать, так сказать, занять абсолютно пассивную позицию в части приглашений. Вообще я хочу сказать, что сложный процент создает большие капиталы. Если вы планируете начать, например, инвестиции с небольшой минимальной суммы, а минимальный пакет это 50 долларов, то используя вот эту стратегию, вы можете разогнать свое тело вклада до десятков, а то и сотен тысяч долларов. Допустим, вы инвестировали сумму всего 50 долларов. Это 3,5 токена. Вот они, 3,5 токена. То, принимая во внимание доход всего 1% в день, вот, всего один, вот колоночка, всего 1% в день, то в течение месяца на эти 3,5 монеты вам каждый день будет приходить прибыль, и здесь она получается за месяц 15 долларов. Вы берете всю прибыль за месяц и еще добавляете второй месяц еще 50 долларов, да, сверху, докупаете монеты на всю сумму, то есть 15 и 50 это 65, то есть увеличиваете свой депозит, то на второй месяц у вас уже депозит будет 8 монеток. Дальше все повторяется точно так же. Каждый месяц вы берете всю прибыль и еще докладываете 50 долларов сверху и докупаете монеты, и так 12 месяцев подряд. За год у вас уже будет 260 монет. Смотрите, 12 месяц, 260 монет. Далее уже ничего не докладывая, ну в смысле не инвестируя больше, кроме как докупая монеты за счет начисленной прибыли. Допустим, прошло 24 месяца, это в конце второго года. Давайте посмотрим 24-ю строчку. 24. Ваш капитал составляет 6131 монета. Помним, что компания готова в любой момент выкупить у вас монеты по 7 долларов, да, за монету. Поэтому получается 6131 монета на 7 долларов умножим, это будет более 40 тысяч долларов. То есть если вы не забираете эту сумму, можете, конечно, распорядиться частью этой суммы. Лично вы своих денег потратили всего 600 долларов, то есть вы каждый месяц, 12 месяцев подряд, доинвестировали по 50 долларов, а забираете практически 40 тысяч долларов. Если вы их оставляете, эти монеты, и точно так же третий год поступаете, докупаете монеты на набежавшую прибыль, то, соответственно, в конце третьего года это будет более 1 миллиона долларов. Помня о том, какие вопросы очень часто задают, я еще раз скажу. Компания всегда готова выкупить монеты в любом количестве, в любое время, и она в состоянии это сделать. Вы увидите на следующем слайде, поясню, как это происходит. Если у вас появляется такая необходимость быстро продать все свои токены или часть их, вы можете легко это сделать. Компания готова сама выкупить ваши токены, и вам не придется искать покупателя. Это значительно упрощает и укрепляет отношения между компанией и инвесторами.
И вот теперь слайд, где видна взаимосвязь всех трех направлений. Вся финансовая операция на платформе в долларах используется технология блокчейн, поэтому будьте предельно аккуратны, невозможно отменить или исправить финансовую операцию. Вам не нужно осваивать груду материала по этому вопросу, необходимо лишь завести один из электронных кошельков, работающих на долларах, и запомнить, как заводить, выводить и обменивать на валюту вашей страны. Это практика, и это если для вас уже впервые происходит, то мы показываем, обучаем, как работает финансовая система, то есть движение денег. Все средства от инвестиций распределяются следующим образом. Выплаты по реферальной программе. Да? Дальше. Часть денег идет в фонд выкупа токенов. То есть вы видите, всегда есть сумма, всегда есть деньги для того, чтобы выкупить токены. И часть идет на развитие и продвижение платформы. Продвижение и развитие, в свою очередь, ведет к появлению новых клиентов, которые используют платные функции, покупают сервисные пакеты, рекламодатели размещают рекламу, да, все это создает денежную массу, свой товарооборот, который распределяется таким образом, что часть идет на выплату исполнителям и по реферальной программе, практически половина, другая часть идет в пул инвесторов. Вот эта другая часть является прибылью от сервиса, и вся сумма, то есть все 100% этой прибыли будет распределена между инвесторами согласно купленным монетам. Например, прибыль сервиса сегодня составила 10 тысяч долларов. Всего монет на этот день куплено 100 штук, выкуплено. И, соответственно, на один BPC, на одну монету, будет доход 100 долларов, то есть 10 тысяч делить на 100. Поэтому, если у вас 5 монет, то доход на сегодня ваши монеты принесут 500 долларов. Есть такой момент. Если заметили, прибыль начисляется не инвестору, а на монету. Это значит, неважно, кто в данный период времени является держателем монеты. У кого монета, тот и получает прибыль. Сегодня монета у вас, прибыль получаете вы. Завтра вы решили подарить ее другу, прибыль получать будет друг. Помимо реферальных начислений, у инвесторов есть карьерная лестница. Поясню первые две строки в этой таблице, далее вам будет уже понятно все остальное. Ранг D1. Вы и ваши три партнера купили монет на общую сумму 10 тысяч долларов. Достигли вы это за месяц или за 10 дней, за любой период, компания вам оплатит офис на месяц. Ваш командный товарооборот достиг 25 тысяч долларов, то есть это вторая строчка в этой таблице. У вас при этом есть три человека, которые выполнили условия ранга D1. Тогда вы получите подарок от компании iPhone 8. Это классно, что объем инвестиций здесь не привязан к какому-то сроку. Комфортные условия, не правда ли? Очень вкусное поощрение. Вот еще пример. Это четвертая строчка. Для получения разовой премии 5 тысяч долларов суммарный объем инвестиций должен быть 100 тысяч долларов. То есть это командный объем. И три партнера с рангом D3. То есть у вас в команде должно быть всего три человека, которые достигли объема инвестиций 50 тысяч долларов не лично, а командно, в своей команде, структура снизу, под ними, за любое время. И, наконец, баунти-программа, которой можно воспользоваться ограниченное время. Почему и важно потратить сейчас время, чтобы изучить условия данной платформы, ее возможности и принять для себя решение? Потому что компания выделяет 100 тысяч монет на подарки. За регистрацию и верификацию на сервисе вы получаете 0,08 монетки. За приглашение нового верифицированного партнера вы получаете 0,02 монетки. И данные токены также участвуют в ежедневном начислении прибыли. Вывод начисленных дивидендов доступен в любой момент. Поясню некоторые моменты. Регистрация простая, займет 30 секунд. Нужна почта и пароль. Затем после регистрации, чтобы создать свою реферальную ссылку, нужно просто придумать и ввести свой логин в нужное поле. Верификацию на сервисе – это заполнение профиля, указать ссылки на 4 соцсети, привязать к сервису и пройти первую ротацию, то есть добавиться к 20 пользователям в каждой из 4 соцсетей. Подарочные токены отличаются от купленных токенов только тем, что их нельзя будет продать компании, можете только получать начисленную прибыль. Теперь то, что должен услышать каждый партнер компании DreamTwards. Если вы на какое-то время отошли от активной деятельности и впервые слышите об этой платформе Blockchain Partners Pro, для вас специальное предложение, и это в традициях наших. Для вас, кто на пакете VIP или социальная программа, услуги сервиса
пакета за $15 бесплатно в течение года. Что это за традиция? Давать своим партнерам ценность гораздо выше той цены, однажды заплаченной. Если вы на пакете VIP или социальная программа, еще раз говорю, все новые инструменты, которые появляются в компании или в дочерних проектах, входят в этот пакет, чтобы вы могли эффективно развивать свой бизнес дальше. Поэтому обратите внимание, возможно, чтобы достичь цены этих пакетов, вас разделяет небольшая сумма. Подумайте, стоит ли доплатить $15-20, чтобы получить годовой трафик и другие полезности сервиса безоплатно. С вами была Тома Кван. Все мои контакты под видео, ссылки на информационные чаты по данной платформе тоже под видео. Рада, если информация была для вас полезна. Будьте открыты новым возможностям и до новых встреч!